А статус иноагента? Ну что статус иноагента? Это же не мы придумали. Ну это разве мы придумали статус иноагента? С 38-го или с 37-го года, по-моему, с 38-го в США действует этот закон. До сих пор применяется. Ну, значит, Маныч, вы извините, в некоторых странах желтые звезды евреям пришивали. И чего? Нет, мало ли кто чем придумал. При чем здесь это желтые звезды и геноцид еврейского народа? Нет, это разница большая. Значит, Соединенные Штаты Америки – это не фашистская Германия. Ну, не надо им лепить то, к чему они не имеют отношения. Параллель плохая, несправедливая и не имеющая отношения к действительности. То есть вы заступили за Америку? Я заступился за Америку в данном случае, да. Но они изобрели этот закон. Так. И его активно применяют, в том числе совсем недавно. Вот нашу гражданку, она стала достаточно известной, взяли, упекли в тюрьму, как иноагента. Ей, извините, там 12 лет так. Лишнее бы слово не сказать. Предполагалось. Так? Значит, и что? Они применяют? У нас такого нет. У нас административная ответственность за это только. И цель-то этого закона только в чем? Оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне. Никакой другой цели нет. Вот если в некоторых странах запрещают деятельность таких организаций, мы не запрещаем. Пожалуйста, они имеют право работать. И, кстати говоря, практика-то сложилась. Они продолжают работать. Они продолжают работать. Только если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего. Здесь ничего нет такого, что противоречит международной практике. Ну, не хочется, может быть, кому-то говорить, что да, я занимаюсь вопросами внутриполитического порядка и делаю это из иностранных источников, за иностранные деньги. Но это не по-честному. Лучше сказать об этом и продолжать эту деятельность. Значит, вопрос в другом. И вопрос есть. И надо сказать, что я считаю, что правозащитники здесь, когда обращают на это мое внимание, они правы. Нам нужно точно совершенно понять, что такое внутриполитическая деятельность. Добиться того, чтобы не было подмены понятий. И чтобы любая другая деятельность, гуманитарного характера, значит, работа, скажем, условно, в области здравоохранения, в экологии, чтобы ее не подтасовывали внутриполитические дела. Но вот это здесь вот коллеги из правозащитных организаций. Иноагент — это только к политике? Абсолютно. Только касается внутриполитической деятельности и финансирования этой деятельности из иностранных источников.